космосе бывает 8 планет. Первая – это Меркурий, а вторая – Венера. Третья – это наша планета – Земля. А четвертая – это Марс. Пятая – Юпитер. А шестой – Сатурн. Седьмой – Уран. А восьмой – Нептун. Меркурий располагается ближе всего к светлу. Венера – это самая горячая планета в нашей системе. Земля – это самая нужная планета. И у Земли еще есть спутник Луна. Марс. У Марса обнаружено слабое магнитное поле. Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе. Сатурн – вторая по размеру планета в Солнечной системе. Уран – самая холодная планета в Солнечной системе. Нептун не виден невооруженным глазом. На ноги стоит одной, крутит, вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, океаны. Ответ – это глобус. Глобус – это шар. Наш глобус – это маленькая копия планеты Земли. Он на листок бумаги похож. Нашей Земли очень умный чертеж. Горы, равнины, моря, океаны. И города есть на нем, и страны. Ответ – карта. Карта – это плоское изображение нашей планеты. На карте и глобусе встречают одни и те же цвета. Это синий, желтый, коричневый, зеленый. На карте и глобусе некоторые места окрашены светло-голубым цветом, а некоторые темно-голубыми цветами. Это означает, что глубина океанов или морей не одинаковая.